Во время марша с участием матерей, сестер и женщин-солдат, погибших в 44-дневной войне, одна из женщин, потерявших на войне сына, обратилась со словами к премьер-министру Николу Пашиняну и его супруге Анне Акопян. «Мы, наши мамы, собрались здесь, чтобы позвать вас. Никол Пашинян, Анна Акопян. Выходи. Чего ты боишься?» – сказала мать убитого солдата. От имени всех матерей, сыновей и дочерей он потребовал от Пашиняна ответа. Почему он принес в жертву их сыновей и отдал землю врагу, за которую они отдали свои жизни? «Вы возложили наших сыновей на алтарь. Выйди и ответь нам, глядя нам в глаза, расскажи, почему ты лишила нас возможности обнять нашего малыша. Почему ты лишил этих женщин, этих матерей, сестер? А ты, Анна, ты мать, выходи, раздели мою боль. Выходи. Как же мне не грустить? Ты говоришь, не грусти, живи. Выйдите и скажите, если вы забрали наших детей, то зачем вы пожертвовали землю? Зачем ты отдал турку землю, где в каждом миллиметре кровь наших детей? Если вы должны были пожертвовать землю, почему вы забрали наших детей? Все мамы хотят узнать от вас то же самое. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.